Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую случайных зрителей, подписчикам же крепко жму руку. В этом видео мы с вами продолжаем распаковки с иностранных интернет-площадок, в частности AliExpress. И в этом видео у нас будет посылка с средствами для борьбы с тараканами. Что ж, сразу после доставки канала, погнали! Итак, у нас пришла с вами посылка для борьбы с тараканами. Пошло, еще не пришел, да? Нет, я сейчас слушаю и другое видео записываю. Описание данного лота в данный момент вы видите на экране. Стоимость рубля в долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Вот пока можете поизучать лот, я в это время распаковываю посылку. Решил я потестировать аналогичное средство известным, в принципе, русским клеевым пластинам, или как-то они так называются. Вот, есть у нас в России такие Машенька, Тайга и прочие такие вещи. Вот, а китайцы делают что-то наподобие. Так, здесь вот две такие вот упаковочки у нас внутри. Бабамц и бабамц. Надпись интересная. Cockroach House. То есть домик для тараканов. Домик. То есть тараканы. Консумербитте, пожалуйста. Приходите в гости, живите здесь. Это для вас. Так, вот такая пластиночка. В принципе, похожа на русские вещи. Да, все то же самое. Все то же самое. Только все надписи здесь по-китайски. Вот и немножечко, наверное, отличается качество. Так, как это все дело работает, кто не знает. У меня уже видео на самом деле были на канале. Вот вверху экрана здесь ссылочки будут на русские аналоги. Так, смотрим китайский аналог. Так, так. Опа, в китайском нету у нас никакой приманки здесь. В русских там еще какие-то гранулы. Здесь же просто вот такая липкая. Блин, действительно гадость. Так, судя по упаковке, здесь мы снимаем пленку. И вот этот центральный квадратик потом насыпается нечто. Где оно, это нечто? Приманка, где она? Ее здесь я не вижу. Это домик домиком. Может быть, где-то в коробке здесь еще отдельно приманки может есть. Посмотрим. Да, есть приманки, вот, упаковки. Отлично. О. Так, кстати, сколько упаковки штук-то посчитаем? Одна, значит, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, четыре. Почему-то в упаковке 11 штук я насчитал. А во второй упаковке сколько? Раз, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Да, по 11 штук почему-то в коробке. Это, видимо, приманка для тараканов. Вот одну я отрываю. В русских наборах уже все готово. А здесь вот надо так вот его высыпать. Еще непонятно, насколько русские тараканы будут восприимчивы к этой приманке. Насколько они прямо сюда прям побегут. Что-то много. Почему так много здесь? Не очень понятно. Ну, нюхать не буду. Что ж, вот такая у нас посылочка. Вот, наверное, в видео результаты я не буду примонтировать. Не суть важно, как бы. Ну, понятно, что либо тараканам понравится, и они начнут бежать сюда действительно, либо им не очень понравится. Сейчас я этот домик готовлю к эксплуатации. Сгибаю. Вот. Вот так. Это у нас все. И вот так. Вот. Все, готово. Ну и, соответственно, помещаем в то место, где у вас тараканы часто бегают. Вот, я отпишусь по результатам работы, чем эта ловушка, привлекла ли она большее внимание, чем, например, ловушка Тайга, которую я уже обозревал на своем канале, размещу ее, в принципе, там же. Но на самом деле эксперимент не вполне честный, потому что двумя ловушками Тайга я уже изловил большую часть всей своей дружины тараканьей, там ее осталось совсем мало, там, вот, ну, посмотрим по результатам, то есть размещаем.
размещу там же и в комментариях отпишусь, понравилось, не понравилось. Рекомендую ли я покупать данные ловушки для России? Ну, в принципе, я думаю, все должно быть нормально. Вот, на сим я видео заканчиваю. Вам, значит, зайти в первый комментарий под видео, почитать подробный мой отзыв. Вам же спасибо, что досмотрели видео до конца. В самом конце у меня, как всегда, формальности. Спонсорами этого видео является международная площадка AliExpress, Tmall, Jarvist и Banggood. Список лучших товаров по моей версии, как всегда, ищите в описании к видео. Естественно, если вам видео понравилось, не забываем поставить лайк. Кто не подписан на канал, обязательно подписываемся и нажимаем обязательно на колокольчик. Все, друзья, желаю вам комфорта в вашем жилище, чтобы у вас не было ни грызунов, ни всяких таракашек. Все, всем удачи, пока!